Новосибирск, площадь Ленина, вышел гражданин с плакатом за отмену пенсионной реформы. Пенсионная реформа, на мой взгляд, это зажравшийся свинский антипатриотический поступок, который я бы назвал предательством доверия народа. Так как не было сдержано обещание не принимать решение об увеличении сроков пенсионного возраста на посту президента. Яна, расскажи, какие новости про Фургала? Здравствуйте. Ну, случилось небольшое событие хорошее. Сергею Ивановичу наконец-то разрешили свидание на 1 час с сыном и с женой за почти вот эти 3 года нахождения в СИЗО Лефортово. То есть это вот как небольшое радостное событие. Ну, а также, что суды у него продолжаются по ВКС в Хабаровском, по экономике. Хабаровчане также выходят каждый день в одиночные пикеты. По выходным выходят, ну, начались задержания активистов, предупреждения, задержания, так же, как и в Комсомольске. Ну, у нас, слава богу, пока нет задержаний, но выходили будем выходить, и мы не боимся.